В Кремле открылась выставка главных символов власти и коронационных предметов российских правителей, на которой представлены бесценные реликвии, связанные с торжественным ритуалом возведения на престол государей. Императорская роскошь и блеск главной церемонии государства. Это одна из самых масштабных выставок за всю историю музеев Кремля. Почти 400 экспонатов, среди которых главные символы власти российских царей и императоров от Ивана Грозного до Николая II. Целый ряд музеев с нами поделились и дали нам те предметы коронационные, которые сейчас хранятся у них. В ходе подготовки этой выставки мы обнаружили документ, о существовании которого было известно, но он до наших дней дошел лишь в копиях. Это акт о престолонаследии. Чтобы разместить все бесценные реликвии, едва хватило трех залов. На протяжении 4 веков от монарха к монарху передавались держава, скипетр, бармы и другие атрибуты власти. Но организаторы уверены, чтобы во всей полноте представить себе церемонию восхождения на престол, внимание нужно уделять даже самым маленьким деталям. Самым впечатляющим экспонатом среди сотен других остается один. Хранители музейных регалий говорят, первый и последний раз они отважились, пусть и из соседнего здания, но все-таки перенести шапку Мономаха. И никогда еще главному символу российского государства нельзя было подойти так близко.